Это Олеся. А вот здесь вот вся коллекция пет-шопчиков вот этих вот, которые подходят к такому домику нарисованы. А вот здесь все конструкции, которые можно еще собрать подобные и достроить наш домик. Вот, у нас еще остался вот такой вот мешочек со всякими такими штуками. Смотри, мы еще с тобой не доделали вот это все. Смотри, нужно еще украсить фасад. Алис, смотри. Так, это делается вот здесь, по-моему. Пока хочется украсить. Что ты там украшаешь? Подожди. Ты только смотри, пожалуйста, чтобы наклейки подходили, куда ты их приклеиваешь, хорошо? Вот, только вот так вот цепляется. Это что? Смотри, вот это стол, да? Вот это домик для собаки, смотри. Правильно? Вот. Вот это стол. Вот здесь есть домик для собаки вот такой. Ну, у нас нет вот. Собаки. Ну, у них, наверное, есть. И теперь посмотри, что куда нужно делать. Давай. Вот эти штуки. На, вот это вот надо украшение прилепить вот сюда. Посмотри. Вот сюда надо налепить. На-ка. Вот это вот здесь делается. Ровненько. Так, молодец. Вот это клеится на козырек. Да? Вот так, только не кверх ногами переворачивай. Да, вот так, вот сюда. Вот сюда, Алис. Вот, это козырек. Видишь, мы вот так украсили. Так, дальше. Смотри, мы еще домик-то не закончили. Смотри. Где? Сейчас соберем. Это ящик с цветочками на окошко. Вот сюда нужно, Алис. Посмотри-ка. Давай прицепляем. Получается? Дай мне его. На. Я и умею. Давай помогу, смотри, я тебе покажу. Это просто, смотри, здесь дырочки вот такие. А, ну так у тебя не получается, потому что не на то. Вот сюда, зай. На, вот сюда получится. На-ка, ну-ка, надави на нее. Вот на это окошко. Вот, видишь, получилось. Прицепилась? Молодец, так. Что-то отвалится. Дальше, смотри-ка. Наклейки можешь клеить вон там внутри. Посмотри тарелочки, горшочки. Это все можно наклеивать. Ищи вот такие наклеечки. Приклеивай. Видишь, вон там. Вот здесь аквариум с рыбками. Смотри, Писюль. Аквариум. У тебя тут есть аквариум с рыбками? Посмотри, как хорошо. Давай вместе посмотри. Покажи. Вот, смотри, это аквариум с рыбками. У тебя есть два аквариума. Посмотри, как нужно на них наклеить картинки, чтобы получилось красиво. Давай. И я один. Хорошо? Смотри, лампочку можно повесить вон туда. Внутрь домика. Здесь будет дождь. Хорошо, сейчас я покажу Данька. Вот. Посмотрите-ка, там внутри есть вот такие крючочки. Можно на них подвесить лампочку, например. Или еще что-то. Алис уже все залепила наклейками. Куда надо и куда не надо. Ну хорошо. Ну ты посмотри, главное это украшение у нас. Вот они, Алис. Посмотри, я тебе сейчас их все отломаю. Смотри. Посмотри, как их ставят. Их прямо в окошке. Смотри сюда. Видишь здесь дырочки? Алис, посмотри, нужно их сюда втыкать. Посмотри, это все нужно отломать и повтыкать в специальные такие дырочки. Ты видишь? Давай, покажу. Иди сюда. О, получилось. Получилось? Вот, и это все нужно... Вот в такие специальные эти самые дырочки вставлять. Вот. Получается, Алис? Хорошо. Оп, получилось. Ничего, получится. В клетке у нас живет сова. Очень интересно. Давай мебель-то поставим тоже, а?
Кисюль. Иди вон тут. А, ты будешь украшать дом. Хорошо, украшай пока дом, а мебель потом поставим. Давай, а я буду украшать тогда вот этими штуками, хорошо? Вот такими. Ты украшай наклейки, а я буду вставлять. Ой. Ой. Крышу осторожно, ничего не трогай. Она падает. Она теперь так и должна. Вот. Вот так. Вот, смотри, Алис, как красиво получается с такими штучками. На, попробуй себя там. Пока Алис наклеивает наклейки, я помогу ей ставить такие украшения. Вот, всякие цветочки, всякие разные. Вот. Вообще-то, конечно, этот набор для деток постарше, уже от 6 лет. Но я помогу Алисе играть, там уже потом с ним интересно. Даже и маленьким. Да, Алис? Тебе нравится домик? Хороший домик? Будете вместе с Жюстиной с ним играть, да? Вот этих вот украшений здесь, вот этих украшений всяких разных здесь, любой формы, смотрите, цветочки, собачки, зайчики. Их вот несколько листиков всяких разных. Вот зеленые, желтые, розовые. Вот, и вот если все их вот так поприцеплять на окошке, получается очень красиво. Маленькая Ребекка. Угу. И вот. И вот. Что такое? Маленький лёд. Вот, я сейчас буду делать цветочки. Смотри, Алис, цветочную клумбу будем делать? Смотри, красивые цветочки посадим расти. Вот. Это не клумба, это такая. Смотри. Бек, а ты чего чихаешь? Что? Смотри, вот сюда цветочки, видишь? Вот сюда ставятся цветочки разных цветов. Голубенькие, розовенькие. Так, смотри, собачку мы прилепим на собачью будку. Вот сюда, чтобы было видно, что здесь живет собачка. Оп. Вот, смотри, видишь? Здесь собака, так. Ой, косточка. Косточку сюда прилепить надо, да, давай тоже придел. Вот украсить с косточкой собачий домик. Собачка любит косточки, ей понравится такое украшение для дома. Все, собака это скрасила. Красиво получается? Красиво. Здесь у них стоит вот такой вот этажерка такая, на ней уже можно расставить всякие предметы. Аквариум. Где у нас еще один аквариум? Давай, расставляй, как ты хочешь, чтобы в домике стоял стол, вон этажерка стоит, смотри. Ну, смотри, как ты хочешь, на, поставь аквариум на этажерку, телефон вот такой вот. Что еще туда можно поставить? Вот еще одна лампочка есть, ее тоже куда-то можно прицепить. На крючочек или еще куда-то, смотри. Это получится вот такая лампочка с четырьмя рожками. Сейчас. На, теперь повесь ее там на крючочек, вот такую лампочку. Вон там, внутри повесь на крючочек. В домике. Так. Получается у тебя? Молодец. Смотри, что еще туда можно поставить. На стол, на этажерку. Аквариум на, Алис, поставь аквариум. Ну что, Алис, оставила ты мебель там внутри в домике? Да, давай я покажу, как у нас получилось все. А, это у них... Еще смотри, вон там на полу коврик лежал. Ты не положила коврик. Вот, вот, смотри, чтобы было мягенько ходить.
Вот такой коврик. Сидишь. Угу. Вот. Давай я покажу ребятам, как ты красиво там все расставила. Смотрите. Вот, посмотрите, Алиса там поставила столик, на столик поставила аквариумы, один на полу, ну ничего. Повесила лампочку. Вот. И все украсила наклейками. Я вам сейчас это покажу. Посмотрите, она... Сейчас. Она вот здесь вот везде. Весь этот домик, везде она украсила красиво его наклейками. И здесь, и с той стороны. И вот посмотрите, еще мы украсили вот так вот домик для собачки. Привет! Привет! Ну что, нравится тебе домик твой? Да, Киша, все пошло. Киша. Киша пошла в домик. Алис, тебе нравится домик? Да. Будешь дальше украшать? Угу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Планета Алис. Всем пока!